раз. Ой-ой-ой. Еще раз, коллеги. Звук есть? Появился? Все, пошли. Да-да-да. Ну, коллеги, людей много, платформа не выдерживает, технические проблемы, ничего страшного. Начинаем потихонечку подключаться. Вижу всех. Да-да-да-да. Картинки нету. Сейчас появится. Все, начинаем. Сегодня у нас тема МРТ органов малого таза. Сейчас, секунду еще. Сейчас техническая поддержка помогает нам вернуть картинку. Все, появилась картинка, коллеги? Да, нет. У кого не появляется картинка, перезагрузите интернет свой, поменяйте браузер или перезагрузите приложение. Ну что, начинаем. Тема наша, повторюсь, МРТ органов малого таза. Вообще, МРТ малого таза позволяет выявить воспалительное заболевание репродуктивных органов, наличие пролиферируемых опулевых процессов, аномалии развития органов. С помощью данного исследования врач сможет диагностировать повреждение органов, полученные в результате травмы. Ну, давайте по-честному. Все, что у нас касается заболеваний органов малого таза, женского, мужского, лучше всего смотреть, конечно же, на МРТ. В первую очередь, МРТ малого таза применяется для выявления ранних стадий развития пролиферативных и опухолевых процессов в органах малого таза. Миомы матки, полипы прямой кишки, кисты, опухоли яичников, аденомы, рак. Ну, в основном, конечно, мы стараемся, чтобы пациенты были здоровы. Но рак – такая вещь, которая с каждым днем встречается все больше. МРТ малого таза также способствует показателям развития заболеваний, связанных с патологией сосудов. МРТ органов малого таза сканируется... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Также подвергаются кости этой области, что может быть полезно, например, в диагностике травм при поиске метастаза качественных опухолей. Позволяет не только определить локализацию патологических изменений органов, но и установить их характер, природу и степень распространения. Посмотрите на экран. У нас на верхней картинке черно-белый, она чуть размыта, но это метастазы костей, которые уже там, можно сказать, на последней стадии. Также вид миом представлен и простатит, аденом простаты. Угу. Основные показания к МРТ органов малого таза служат воспалительные процессы, аденомы, аномалия развития, образование яичников, миомы, ну, о том, что мы сказали в предыдущем формате, травмы органов. Какие у нас есть противопоказания к МРТ, вне зависимости, малый таз это или другой орган. Масса тела свыше 130 кг. Мы стараемся пациентов с большим весом не брать. Опять картинки нету. Перезагрузитесь, коллеги. Почему мы не берем больших пациентов? Ну, они, скажем, некрасиво не влезут в аппарат чаще всего. Ну и также аппарат может не дать такого сильного напряжения. Металлические осколки в организме тоже являются противопоказанием к МРТ. Почему? Ну, это магнит. Если аппарат вести пациента, у которого в теле железо, оно может как минимум нарваться, как минимум, как максимум вылететь у него из организма. Клаустрофобия, зубные протезы, металлокерамика. Состояние, не позволяющее пациенту находиться в неподвижности долгое время.
тяжелой формы сердечной недостаточности. Это относительное противопоказание. Также у нас есть абсолютное противопоказание. Я думаю, что все, кто работает на МРТ, все это прекрасно знают, но нам не мешает это проговорить с нами также коллеги, которые МРТ не знают. Любые электрические, магнитные или механические активированные импланты, например, кардиостимуляторы, внутричерепные аневризмные клипсы, беременность в случае риска прерывания превышает пользу. Наличие ферромагнитных хирургических зажимов или скоб. Кроме того, МРТ с контрастированием нежелательно проводить пациентам с хронической почечной недостаточностью, период лактации, а также при индивидуальной непереносимости контрастного препарата. Чтобы провести это последствие, если вдруг мы не знаем, что такое магнит, как он может реагировать на металл, чтобы провести исследование с контрастным усилением малого таза, нам потребуется подготовка к исследованию. Мы должны исключить за 1-2 дня до исследования из рациона газообразующие продукты. Накануне принять активированный уголь, повышающий для устранения повышенного газообразования. Исследование лучше проводить после незначительного приема пищи за 3-4 часа до МРТ. Это значит, что с утра легкий завтрак, кашка, бутерброд, чай и пошли на МРТ. За 30-60 минут до исследования принять ингибиторы перистальтики, чтобы кишечник у нас не бурлил. Опять картинка пропала. Сейчас, коллеги. У пациенток с сохраненным менструальным циклом исследуют цикл. В экстренных ситуациях возможно проведение исследований без подготовки. Но это как бы уже без подготовки. Это когда совсем пациенту плохо, и деваться нам... Теперь у меня не остается. МРТ малого таза с контрастом подразумевает внутривенное введение специальных контрастных веществ, которые, которые повышают надежность и качество диагностики. Скапливаются в пораженных тканях, они повышают контрастность изображения на снимке. Для этого нам нужен автоматический инжектор. Они могут быть разных фирм. Ну вот вам для примера, который у нас есть. Также нам понадобится к нему специальный набор. В него входит V-образная магистраль, шприц для контрастного вещества, шприц для раствора натрия хлорида, длинный шип и короткий шип, раствор натрия хлорида и контрастное вещество. Если вернемся на картинку обратно, видим, что у нас стоит сам инжектор. Плюс в него уже установлены две колбы, которые представлены на следующем слайде. Контрастное вещество в медицине чаще всего используется раствор соли и иона гадолиния. Наиболее распространенные препараты в нашей стране – это гадовест, амнискан, примовест и многие другие. В основном все используемые сегодня МРТ-контрастные вещества лежат вещества гадолиния. Это редкоземельный элемент металла с серебристым оттенком. Молекулы этого элемента очень крепко связаны между собой, выполняющие роль органического контейнера, внутри которого неорганические минералы приобретают свойства полуорганного вещества. Все эти препараты вводятся внутривенно, выводятся из организма в течение 24 часов с мочой. Поэтому препараты не назначают при нарушении выделенности почек. Если почки работают плохо, то и контраст нам нежелательно вводить. Для контрастного усиления достаточно введения небольшой дозы препарата. Разовая доза в соответствии с инструкцией производится, составляется
В ходе МРТ-исследования тазовой области происходит сканирование тела человека и преобразование полученных результатов в серию послойных снимков, каждый из которых представляет собой срез толщиной до 1 мм. При необходимости полученные изображения впоследствии могут быть преобразованы в трехмерные модели органов. Одним из основных преимуществ магниторезонансной томографии уфического исследования таза перед другими методами диагностики является возможность получения изображения сканируемых объектов в любой плоскости и необходимой крупности. Благодаря высокой разрешаемости способности МРТ на снимках можно разрешить объекты размером до нескольких миллиметров. Это позволяет наиболее полно оценить состояние тех или иных структур, что особенно важно при планировании оперативных вмешательств и лучевой терапии. Чтобы начать исследование органов малого таза на МРТ-аппарате, действие рентгенлаборантов. Сначала мы должны уточнить у пациента направление от врача, где прописывается область исследования и причины исследования. Если пациент пришел без направлений, это у нас происходит в поликлиниках, например, то без направления мы пациента не имеем права брать. Уточняем у пациента о наличии медицинской документации предыдущей. Это предыдущие МРТ-исследования, результаты УЗИ, выписки по хирургическим операциям. Результаты биопсии, если были у пациентов. Внимательно прочитав лист информационного согласия, пациент его заполняет или заранее в кабинете у терапевта, или непосредственно прямо перед кабинетом МРТ. Внимательно проверяем данные, проверяем анамнез. У женщин надо узнать обязательно, какой день менструального цикла, если он, конечно, сохранен. Должны убедиться в отсутствии противопоказаний к исследованию. Чтобы начать уже непосредственно само исследование, нам надо создать на пациента электронное направление через поиск пациентов. Чтобы зайти в поиск пациентов, надо ввести свой индивидуальный логин и пароль. Далее, после того, как вводим свой индивидуальный логин и пароль, у нас открывается окно, в котором мы вводим пациента. Ищем пациента. Мы можем найти его по номеру страхового полиса или по фамилии, имени, дате рождения. Вводим номер страхового полиса, нажимаем «Найти». У нас открывается пациент, которого мы ищем. Выбрали пациента, подтвердили. Выбрали аппаратуру, на которой мы будем делать исследование. Выбрали название процедуры, создали. У нас создается электронное направление на пациента. Чтобы провести дальше процедуру, проводим пациента в аппаратную, где необходимо рассказать о том, как будет проходить исследование, как должен вести себя пациент. Мы напоминаем пациенту, что пациент должен лежать ровно, неподвижно, руками, ногами не двигать, что аппарат будет издавать громкие постукивающие звуки, что на них не надо обращать внимание. Даем пациенту обязательно в руку сигнальную грушу, чтобы пациент мог с нами связаться. И предупреждаем, что мы всегда рядом и подойдем в ближайшую минуту, если вдруг он нажмет грушу. Положение пациента при проведении исследования – лежа на спине, головой в аппарат, руки вдоль тела. Пациент размещается над катушкой позвоночника, а катушка для туловища устанавливается на живот и таз. Надежно закрепляем катушку для толща с помощью фиксаторов. Для дополнительного комфорта пациенту кладем подушку под голову или валик под ноги. Даже не или, а, наверное, и валик под ноги, если пациенту будет так удобнее лежать. Важная роль для получения качественного изображения имеют специфичные градиентные катушки. Для каждого аппарата используются свои.
Томографов нового типа используются не только верхние катушки, но и катушки, встроенные в стол. Исследования малого таза проводятся в трех проекциях – аксиальная, сагитальная и коронарная. Теперь рассмотрим с вами, как делается отдельно мужской таз, отдельно женский малый таз. Женский малый таз. Анатомия, что мы будем смотреть? Мы увидим на МРТ яичники, матку, мочевой пузырь, влагалище, шейку матки и так далее. Рассмотрим их более четко. У нас есть положение матки. Матка у нас бывает нормальное расположение, ретверсия и антиверсия. И много разных других. Когда она перегибается, наклон влево, наклон вправо. У каждой есть свое название. Повторять вам не буду. Нормальное положение матки у нас называется ретроверсия. После того, как мы правильно уложили пациента, начинаем исследование. Планируем срезы. На данном снимке представлена программа, которая чаще всего используется именно на аппарате МРТ Тошиба, полторы Теслы. У нас идет аксиал-локатор, МАП, шиминг, сагитал Т2, корона Т2, DVI, аксиал стир, аксиал Т2 и корона Т1. И плюс контрастная программа называется Динамик 3D фацет. После запуска программы мы получаем три снимка. Опять же, локатор, буксиальной и сагитальной проекции. Далее, по получению снимков, выставляем программу MAP и Shimming. Пока идет сканирование программ, мы начинаем строить программу Sagittal. Сагитальные срезы, планирование. Угол расположения блока должен быть параллельно по отношению к резцу. Соответствующий угол должен быть получен в коронарной плоскости, параллельно поясничному крестовому отделу. Планирование, в принципе, сагитальных срезов проводится в аксиальной плоскости и в коронарной плоскости. Эти срезы должны полностью покрывать весь таз от правой до левой вертоложной впадины. После обзора, поле обзора должно быть достаточно большим, чтобы охватывать всю область таза. Пока идет сканирование сагитальных срезов, мы начинаем планировать коронарный срез с большим полем обзора. Угол расположения блока параллельно поясничному отделу позвоночника. Соответствующий угол должен быть получен в аксиальной плоскости. То есть получается, если сагитальные срезы мы строим по аксиальному и коронарному срезу, то коронарные срезы мы строим по аксиальному и сагитальному срезу. Сканирование с большим полем обзора проводит для исследования пароральных и параксиальных лимфоузлов. Верхняя граница устанавливается на уровне ворот почек, на уровне первого поясничного позвонка или хряща между первым и вторым поясничным позвонком. Нижняя граница на 2,5 см ниже лобного сочленения. После получения сагитальных срезов мы начинаем планировать аксиальные срезы с большим полем обзора. Значит, если мы строим аксиальные, мы строим их по коронарной плоскости и по сагитальной плоскости. Угол расположения блока параллельно линии вдоль правого и левого подвздошного гребня. Соответствующий угол должен быть получен в сагитальной плоскости параллельно поясничному отделу позвоночника, и эти срезы должны полностью покрывать весь таз. Поле обзора должно быть достаточно большим, чтобы охватывать всю область таза. Аксиальные срезы размещаются сверху вниз от гребня подвздошной коси до нижнего края лобного сочленения. После построения первой программы аксиального среза, в последующем мы копируем, чтобы срезы повторялись и совпадали. Если матка имеет нестандартное положение, мы можем добавить дополнительные аксиальные программы косые или косые коронарные программы. Смотрим на экран, там показано, что, как выглядит планирование аксиальных косых срезов. Угол расположения блока перпендикулярно эндометрию. В зависимости от патологии этот угол может варьироваться. Сверьтесь с нормальными размерами вариантов планирования. Соответствующий угол должен быть получен в коронарной плоскости перпендикулярно эндометрию. Далее у нас на слайдах будут представлены еще варианты построения косых срезов аксиальных. Да.
У нас главное, что все захвачено, все идет по эндометрию. И вот у нас косой коронарный срез. Какие бывают патологии, как выглядит это? Выглядит патология малого таза женского на картинках. Тератома правого яичника. Киста желтого тела правого яичника. Здесь какой-то. С кровоизлиянием. Рак мочевого пузыря с поражением влагалища и матки. Смотрим, что вот у нас идет мочевой пузырь. Вот у нас образование, которое прорастает во влагалище и матку. Мужской малый таз. В рамках диагностики мужского малого таза заболевания при этом исследовании просматриваем простату, семенные протоки, семенные пузырьки, прямые и сигмовидная кишка, прямая сигмовидная кишка, мочевой пузырь. Планирование срезов. Опять же, данные программы представлены, которые используются на МРТ Тошиба 1,5 Теслы. В зависимости от того, какой орган является зоной интересным, мочевого пузырь, предстательная железная матка, не дай бог, исследование может проходить в два этапа. Нативное исследование и исследование с внутривенным контрастированием. Мы сначала сейчас с вами поговорили с вами о женском малом тазе, сейчас поговорим с вами о мужском малом тазе, а потом поговорим с вами о контрастировании данного исследования. Опять. Сначала мы планируем исследование. Мы создали направление на пациента, уложили пациента, запустили исследование, получаем первую программу локалайзер. Локалайзер получается у нас в трех проекциях. Аксиальная, сагитальная и коронарная. Планирование сагитальных срезов. Угол расположения блока параллельно линии входа хряща межлобкового диска и анального канала. Соответствующий угол должен быть получен в коронарной плоскости. Эти срезы должны полностью покрывать область таза от правой до левой вертлужной впадины. Поле обзора должно быть полностью достаточно большим, чтобы охватить область простаты и семенных пузырьков. Планирование коронарных срезов с большим полем обзора и сагитальной плоскости и аксиальной плоскости. Угол расположения блока параллельно поясничному отделу позвоночника. Соответствующий угол должен быть получен в аксиальной плоскости параллельно линии, соединяющей правый и левый тазобедренные суставы. Смотрим на аксиальный срез. Соответствующие датки. Эти срезы должны полностью покрывать параллельную область и середину брюшной полости до крестца. Поле обзора должно быть достаточно большим, чтобы охватить всю область живота и таза. Сканирование с большим полем обзора позволяет проводить для визуализации групп параллельных и парасигнальных лимфоузлов. Вот. Аксиальные срезы. Планирование аксиальных срезов с большим полем обзора на коронарной плоскости и сагитальной плоскости. Еще раз. Аксиальные мы строим по коронарному срезу и сагитальному срезу. Угол расположения блока должен быть параллельной линии вдоль правого и левого подвздошного гребня, то есть перпендикулярно поясничному отделу позвоночника. Соответствующий угол должен быть получен в сагитальной плоскости, горизонтально пересекая таз. Мы смотрим, пересекает нам таз полностью. Поле обзора должно быть достаточно большим, чтобы охватить всю область таза. Мы захватываем и мочевой пузырь, и простату, семенные пузырьки, которые на данном снимке не видны. Сканирование с большим полем обзора обычно проводится для исключения исследования лимфоузлов. Планирование косых аксиальных срезов. Многие врачи хотят... Многие врачи хотят видеть исследование простаты в косых срезах. Как мы их планируем? По сагитальной плоскости и коронарной плоскости. Лучше, конечно, видно все по сагитальной плоскости.
угол расположения блока перпендикулярно простатическому отделу уретры, параллельно дну мочевого пузыря. Соответствующий угол должен быть получен в коронарной плоскости. Эти срезы должны полностью покрыть всю область простаты и семенных пузырьков. Обратите внимание, у нас идет срез косо, простата вся захвачена, семенные пузырьки вот здесь где-то тоже все захвачены, все захвачено. Какие заболевания? Знаете, такое заболевание, как урохус. Кистозная или трубчатая структура расположена посередине линии на уровне от пупка до верхушки мочевого пузыря. При незаращении мочевого протока могут возникнуть пупочные свищи, пузырно-пупочные свищи или киста урохуса. Ну, неприятные заболевания. Урохус. Не могу выговорить правильно. Ну, вот не получается. Урохус. Смотрим. Болитическая киста семенных пузырьков. Гиперплазия предстательной железы. Рентгенобаранты, для которых эта лекция, должны заранее понимать, как выглядит хорошая картинка, как выглядят разные образования. Рак простаты. Наверное, самое страшное заболевание для мужчин. И самое страшное. Все-таки рак, в принципе, самый страшный. Также образование предстательной железы с распространением на стенку мочевого пузыря, вторичного поражения лимфатических узлов. МРТ органов малого таза с контрастным усилением. Перед введением контрастного препарата пациенту ясно и доступно разъясняются причины необходимости его введения. Еще раз уточняем о наличии аллергических реакций. Но в основном стараемся делать исследования с контрастом только по предварительному направлению от врача. Если врач направляет пациента на контраст, мы тогда ему и делаем исследование с контрастом. Но в некоторых учреждениях исследование с контрастом проводится. Пришел пациент на бесконтрастное исследование, увидели патологию, решили сразу делать контраст. Для этого нам обязательно надо будет взять у пациента информированное согласие, где он подписывает, что он согласен с контрастным, что ему будут вводить контрастный препарат, что у него нет аллергических реакций, что у него нет противопоказаний к проведению исследования. Разница между обычным исследованием, прежде всего, это лучшая четкость получения изображений, большая информативность полученных сведений при использовании МРТ с контрастом. Смотрим на картинки. У нас есть МРТ органов малого таза у мужчин. Первая картинка – бесконтрастное исследование. У нас хорошая простата. И с контрастом мы находим там образование. Обычные МРТ, как правило, не требуют специальной подготовки. При исследовании контрастного вещества есть определенные ограничения. Нельзя принимать пищу за 4 часа. У нас пациент и так пришел, в принципе, не наевшимся. И пить за 2 часа до исследования. Но раз мы его просили за час до исследования не употреблять, покушать и не писать, уже как раз к концу исследования у пациента примерно 2 часа, как наполненный средний на полностью мочевой пузырь. Пациенту устанавливается гибкий внутривенный силиконовый катетер. У нас есть на картинке представлены варианты. На МРТ мы можем делать 24G, 22G, 20G, а остальные это уже большие слишком для МРТ. Катетер желательно, чтобы устанавливался в кабинете, в процедурном, не в аппарате МРТ. А пациент приходил уже к нам с катетером внутривенным. Далее мы к катетеру подключаем сейчас удлинитель. Вот у нас катетер. Здесь на картинке представлено, что ставят прямо в кабинете МРТ. Ставит обязательно медицинская сестра. У рентгенобарантов нет разрешения колоть вены. У них должен быть сертификат в сестринское дело в процедурном кабинете. А тогда они имеют право делать внутривенные инъекции. Подключаем удлинитель. И вот у нас что получается. Пациент подключен к инжектору. Заводим пациента обратно. Выбираем программу «Динамика 3D ФАЦАТ». Разметка от области интереса и копируется уже с размеченной программы. Мы копируем по аксиалам.
Динамик 3D-фаза состоит из 9 фаз 3D по 3 мм. На данном слайде у вас представлено все 9 картинок и интенсивность накопления контрастного препарата. Контраст должен быть введен после первого динамического сканирования. Программа у нас автоматическая. Мы запускаем программу. У нас проходит нативное сканирование. Дальше задержка идет. Мы смотрим, как все ли у нас попалось в область исследования, все ли у нас хорошо. Если все хорошо, мы начинаем запускать контраст. Подтверждая тем самым, запуская программу на аппарате и одновременно запуская кнопкой на инжекторе подачу контрастного препарата. После начала введения контраста проходит до 5 секунд, начинается сразу сканирование. Начало сканирования сразу, там, ну, 5 секунд, может быть, даже 2 секунды идет сканирование. То есть контраст пошел, и почти сразу началось сканирование. Потом время между промежутками сканирования увеличивается в общей сложности, но исследование с контрастом, программа контрастная, динамика 3D-фацад, длится примерно минут, врать вам не буду, до 10 минут. Не менее 5, но не более 10 минут. И у нас получается 9 программ, в каждой одинаковое количество снимков, но видно, что они с разным этапом накопления контрастного препарата. После окончания исследования с контрастом, с контрастным усилением, мы должны утилизировать медицинские отходы. Рентгенлаборант закончил исследование, подходит к пациенту, вывозит пациента из аппарата. Обязательно сразу же спрашивает пациента о его самочувствии, как он себя чувствует, все, ничего ли его не беспокоит. На контраст МРТ аллергическая реакция бывает реже, чем на контраст КТ, но тоже бывает, и бывает она неожиданно. Лаборант должен заранее знать, что надо сделать. В каждом кабинете МРТ есть антифилактическая аптечка, антишок она называется сокращенно, где есть инструкция, что надо делать пациенту. Что надо делать лаборанту, извините, если у пациента началась аллергическая реакция, что надо вести. Медицинские отходы у нас по СанПину есть 5 классов. Класс А, Б, В, Г и Т. Мы пользуемся в кабинете МРТ двумя классами отходов. Это класс А. Эпидемиологически безопасные отходы, близкие по составу к твердым бытовым отходам. Это у нас бумага. Кроме слова «бумага» в данном кабинете МРТ ничего в голову не приходит. Коробочки всякие от препаратов. Но в класс «Б» эпидемиологически опасные отходы входят все остальное. Это наши любимые желтые пакеты. В каждом учреждении своя система утилизации отходов. Если в учреждении отходы сжигаются, то после того, как мы воспользовались перчатками, салфетками, шприцами, но не иголками, все это можно просто скинуть в желтый пакет. Если в учреждении отходы не сжигаются, прямо непосредственно сразу в учреждении, то медицинские отходы сначала замачиваются в ДЭС-средстве, а далее уже они утилизируются в желтый пакет. То есть у нас есть лоток в кабинете на столике, куда мы складываем медицинские отходы класса Б, замачиваем их на минимум 72 часа, действительно, на раствор. Экспозиция у нас идет где-то 45 минут, плюс-минус на каждый раствор она своя. Все зависит от раствора, которым пользуются в учреждении. Мы замочили перчатки, шприцы, салфетки, бинты, все то, что касалось пациента. Иголки от шприцов, если мы ими пользовались, все острое, мы утилизируем в твердые отходы, в твердый контейнер. Вот я вам покажу, наш любимый класс Б – это пакеты и контейнер для колющих и режущих предметов. Туда мы утилизируем иголки и наши штыри, которыми мы пользовались, когда заполняли инжектор контрастным препаратом. От
подходы класса D, B подлежат обязательному обеззараживанию, как я уже сказала. То есть если в учреждении нету машиносжигательных, то их замачивают, а потом переносят в желтый пакет. Пакет желтый должен быть подписан названием ЛПО, подразделением, в котором собрали эти отходы, ответственное лицо, которое отвечает за сегодняшний сбор отходов, и дата сбора отходов. В конце смены рентгенлаборант собирает желтый пакет, выгружает все в желтый пакет. Если у него контраст был с утра, через 45 минут, возьмем 45 минут экспозиции, можно вытащить то, что у нас было в замочке, и переложить в желтый пакет, чтобы места было больше в замочке. Все это делается в перчатках. Все перчатки, маски, все, что касалось пациента, мы убираем в желтый пакет. Заранее желательно его прописываем, завязываем пакет или фиксируем его стяжками. И уносим в комнату, которая отвечает за сбор отходов всей организации. Она обычно находится в подвале. Туда сносим отходы. Там тоже есть журнал, сколько мы отходов, кто и когда принес. В кабинете МРТ, КТ у нас тоже есть журнал, где мы отмечаем, когда, кто, какие отходы сдал. Сколько мы вынесли из кабинета? Один пакет, одно ведро, два ведра, три пакета, четыре пакета. Во сколько это было по времени? Мы это все отмечаем, что именно этот человек ответственный сегодня за сбор отходов. И уносим, сдаем. Далее уже организация, отвечающая за вызов медицинских отходов, если они не сжигаются непосредственно в учреждении, вывозит их. Отходы все взвешиваются, и по журналу проверяется, сколько на самом деле, нет ли превышения веса. После того, как мы закончили исследование, убрали медицинские отходы, отпустили пациента, объяснив ему, что если вдруг он себя почувствует плохо, что ему делать, к кому ему обращаться, когда он может забрать свое заключение по исследованию, может ли он заполучить диск, и как ему для этого, что для этого надо. Мы отпускаем пациента и садимся за работу в системе ЕРИС. Система ЕРИС – это наша АКФА, в которую мы должны внести данные пациента по исследованию, что туда входит. Для начала мы должны зайти в рабочий стол лаборанта. Обратите внимание, внизу стол получения изображения, внизу значочек аппарата. Это диагностический стол рентгена лаборанта. Вводим свой индивидуальный логин и пароль, который выдается каждому сотруднику, кто подключен к этой системе. У нас открывается рабочий стол, где прописан наш пациент. Вот у нас, будем считать, что был Иванов Иван Иванович. Выбираем его и нажимаем кнопку «Дополнительно». Там мы должны внести. У меня здесь компьютерная томография, но это не принципиально. Вторая вкладка. МРТ органов малого таза. Мы должны внести диагностический код под циферкой 2. Это наш МКБ, который указывается на направлении, когда пациенту делаем исследование, если направление есть, если вдруг это не какая-то экстренная ситуация, ну, если мы знаем МКБ, с которым он поступил. Ну, дозы обучения на МРТ нету, слава богу. Дальше продукты. У нас исследование было с контрастным усилением, поэтому мы указываем, какой контрастный препарат мы ввели. Нажимаем на карандашик, вносим количество введенного контрастного препарата, скорость введения. И также вносим название, размер катетера, который мы, был установлен пациенту. Так, в принципе, рабочее исследование закончилось. Прошу прощения, забыла самую важную вещь рассказать. В конце того, как мы заполнили все данные пациента, мы должны нажать вот здесь вот галочку. Подтверждение получения изображений. Для чего это надо? Получение подтверждения изображений нужно для того, чтобы исследование ушло и отвечало, и подтвердить, что именно этот человек отвечает за выполнение этого исследования. После того, как мы нажали
галочку «Исследование официально выполнено», «Исследование заполнено», «Карточка пациента заполнена». Врач спокойно может начинать его описывать, а мы можем браться за следующего пациента. Начиная опять, берем направление, вносим его в поиск пациента и начинаем его укладывать, и все по схеме. Если вдруг это малый таз, если не малый таз, то, в принципе, без направления деться никуда. На этом моя лекция сегодня закончилась. Во вкладке «Вопросы» начинайте задавать свои вопросы. Жду вопросов. И через 3 минуты начнем на них отвечать. Но на аксиальные срезы в большом объеме, потому что мы не только матку смотрим, мы смотрим с контрастом все, что у нас попадает в органы малого таза, входит. Тема... Сейчас, извиняюсь. Тема МРТ малого таза с методикой контрастирования. При исследовании двухколбового инжектора с какой скоростью вводится контрастное вещество? Количество физраствора и скорость введения. Скорость не менее 1,5 мл. Так, сейчас скажу вам правильно. Секунду. Скорость введения контрастного препарата 1,5 мл в секунду, не менее, но можно более. Но более не особо важно, хватает и 1,5 мл в секунду. Скорость введения контрастного препарата, количество физраствора и скорость введения. Физраствор желательно вводить с той же скоростью, что и вводится контрастное вещество. Если у нас вводится как минимум 10 мл контраста, каждому пациенту, то есть расчет идет на вес пациента, идет, если, конечно, ты не ребенок, то где-то от 10 мл контраста и в районе 10-15, максимум 20 мл физраствора. Вообще для чего нужен физраствор? Он, так как у нас есть колба, у нас есть удлинитель, 10 мл бывает мало, и физраствор как бы дополняет и проталкивает контрастное вещество дальше по вене, чтобы весь контраст попал в организм человека. Но, опять же, повторюсь, не менее 1,5 мл в секунду. Расскажите время отсрочки во время болюсного контрастного усиления, как правильно считать и планировать все серии. Антон,
не прочитаю фамилию, извините, Антон, болюсное контрастирование, программа автоматическая. Вы подключаете к пациенту инжектор, установленный на пациенту катетер, не вручную ни в коем случае, потому что если мы будем пытаться вести вручную от руки, врач сидит с консолью, мы стоим со шприцом около пациента, он нам машет рукой, мы пытаемся вести контраст, это неправильно, мы никогда не сможем вести скорость, с такой скоростью, с которой вводит инжектор. Поэтому у нас устанавливается на инжекторе скорость, как я отвечала в прошлом вопросе, скорость, повторюсь, не менее 1,5 секунд на 1 миллилитр, получается 1,5 миллилитра в секунду, заговорилась. Установлен катетер, подключаем инжектор, устанавливаем размер и количество, скорость и количество вводимого препарата. Там на инжекторе, сейчас я вам пролистаю обратно картинку к инжектору. Ой, извините, много-много всего. Но в самом начале была такая картинка, где был показан инжектор. Вот он. Смотрите, у нас есть вот эта колба большая, отвечает за физраствор. Маленькая колба отвечает за контрастный препарат. Вот на этом мониторе, который стоит в консоли лаборанта, то есть сам инжектор стоит в аппарате, а вот этот мониторчик стоит около аппарата МРТ, около монитора МРТ, за которым мы работаем. Там устанавливается скорость введения не менее 1,5 миллилитра в секунду, устанавливается количество введенного препарата, сколько мы будем вводить по пациенту, устанавливается количество введенного физиологического раствора и активируется. После того, как активируется, он начинает вот на этой пультике на маленьком сгораться кнопочка, она как бы мигает, подтверждая того, что он готов к исследованию. Мы получаем первую сканограмму, нативное исследование в программе, она автоматическая, то есть у нас одна программа, а дальше она сканирует уже самостоятельно. Мы только вводим контраст. У нас прошла нативная программа, аппарат остановился, исследование стоит на паузе. Мы смотрим, что получилось в нативной части, и нажимаем одновременно кнопку на аппарате «Старт», снимая его с паузы, и нажимаем одновременно на кнопку на пульте. Ну, в некоторых рекомендациях утверждается, что на кнопку подачи контраста может нажимать только врач. Но так не бывает, так бывает редко, поэтому стараемся делать так, и мы должны делать так, чтобы врач, рентгенолог, находился непосредственно в кабинете рядом с вами во время подачи контрастного препарата. У пациентов вены бывают разные, у пациентов реакция непредсказуема, может на подачу контраста у него вена, не дай бог, хлопнуть, и контраст уйти под вену, ему сразу, под кожу ему станет сразу больно, он будет нажимать грушу, надо сразу останавливать исследование. Пациенту сразу может, не дай бог, стать плохо, аллергическая реакция начаться. Но если мы нажали, активировали подачу контраста и активировали начало сканирования, у нас все идет хорошо, дальше аппарат сканирует самостоятельно. Мы уже ничего не делаем, мы не высчитываем время, с каким промежутком он будет сканировать. Он сканирует сам, на то она и программа, именно 3D-динамика, 3D-фацад. Я надеюсь, я смогла ответить на ваш вопрос. Так, следующая. Схема ведения контраста. Зачем для колбы? Елена Селикеева. Елена, как ответила ранее, одна колба для физиологического раствора натрия хлор, вторая колба идет под контраст. Если контраста мало, при наличии удлинителя, он просто может не дойти до пациента полностью. Поэтому получается, что мы ввели не 10 мл контраста, а удлинитель у нас 5 где-то сантиметров, у нас 5 попало, а 5 осталось в удлинителе. Поэтому физраствор нам нужен для того, чтобы, получается, догнать контраст до организма человека. Но есть такие инжектора, в которых только одна колба, только контрастная, мы используем чуть больше контраста, чтобы пациенту попало. Если надо 10 вести, то вводим ему 15, чтобы 10 попало в организм, а 5 оставалось в удлинителе.
Так, сейчас смотрю. Скорость введения контраста вводится с врачебной консоли. Не с врачебной консоли, а с вот этого аппаратика, с этого монитора. Это монитор, который отвечает за работу вот этой большой красивой штуки, самого инжектора. Он на то и называется автоматический. Мы нажимаем здесь на кнопку, нажимает вас, желательно, чтобы нажимал врач на кнопку на инжекторе, а лаборант нажимал на кнопку на аппарате. Я со своими докторами делаю на счет 3. Они нажимают одну кнопку, я нажимаю другую кнопку. Мы с ним сидим. 1, 2, 3. Нажали. Контраст пошел, исследование пошло. Она строится в одной плоскости, извините. Динамика 3D строится в одной плоскости, она в аксиальной получается. Если мы не можем... Вообще желательно, когда пациент приходит на исследование, мы понимаем, почему мы ему делаем контраст. Мы же не просто так пальцем в небо, а вдруг что-то найдется. Мы всегда понимаем, что конкретно мы ему смотрим. Мы смотрим ему мочевой пузырь, или мы смотрим ему простату, матку или кишку. Да, мы выставляем, оно у нас большое, поле объема большое в длину, но захватываем то, что захватываем. Желательно, чтобы захватились все органы, это в идеале. Но если не захватывать, сможем увеличить поле обзора. Ой-ой-ой. Следующий вопрос. Проверяете ли вы креатинин, СКФ перед проведением контрастного усиления всем пациентам или выборочно? На МРТ мы проверяем креатинин не всем, а пациентам возрастным, у которых есть проблемы с почками, есть подозрения на проблемы с почками. Если пациентка молодая, у нее нету противопоказаний, никаких раньше не было, и по выпискам у нее с почками все нормально, то, в принципе, креатин не нужен. А вот если пациентке 80+ и выше, и у нее вероятнее всего проблемы с почками, то, конечно, желательно все-таки у него проверить креатинин. Или если пациент молодой, но у него есть подозрение на проблемы с почками, да, попросим креатинин. То есть, по сути, получается выборочно. Так. Ой-ой-ой, проснула. Извиняюсь. Если инжектор сломан, и когда починит, неизвестно. Вот и вводит контраст вручную. Смотрите, ответственность за проведение, заведение контраста такого берет на себя врач, потому что ему описывать фазу, которую мы не сможем чисто теоретически поймать правильно. У нас все равно, как бы мы ни старались, нужной скорости не будет проведения контраста вручную. Но мы говорим сейчас именно об органах малого таза. На автоматическом инжекторе делается только динамическое контрастирование. Это малый таз, брюшная полость, гипофиз. Все остальное чисто теоретически, ну и в принципе практически вводится вручную. Если доктор готов взять на себя ответственность, что он вводил именно, контраст был введен вручную, да, тогда будем говорить о том, что он, что делать. Если доктор скажет, нам придется в принципе чисто теоретически подчиниться. Так что тут даже не знаю, как вам сказать. Надо вызывать инженеров, приставать к обслуживающим. Знаете, в учреждениях есть такие люди, они называются медтехники. Они должны связываться с компаниями, производителями, которые отвечают за данное оборудование, заключать с ними договоры, и мы должны требовать от них, чтобы они чинили нам аппаратуру. У нас, если мы неправильно делаем исследования, получаются обманчивые результаты, неправильные результаты. Какой контраст использовать предпочтительнее? Слетело, сейчас, секунду. Нет такого предпочтительнее, он не предпочтительный, кому наш, в чем удобно работать. Но и знаю одно, что прямовист стараются использовать именно для МРТ печени. А вот магнивист, прохенс, аптерей, амнипак, его, конечно, можно использовать кому как удобнее. Годовист у нас есть, годовист, прямовист, магнивист, прохенс. То есть там их вариантов много, кому, кто на чем привык работать, кому на чем комфортнее работать, тот на том и работает. Нет такого понятия, какой контраст предпочтительней.
понятное дело, что гадолиний, но состав гадолиния. Устанавливаете вы режим подкапывания на инжекторе? Нет, не устанавливаем, потому что если будет режим подкапливания, к моменту, когда мы дойдем до контраста, то есть у нас начинается исследование, мы сразу пациенту подключили контраст. Там, исследование идет не менее 20 минут, и если эти все 20 минут будет подкапывать контраст, то к тому моменту, когда мы начнем сканирование, нативная часть, первый снимок нативный, уже будет с контрастом. Можно ли подготовить такую тему МРТ только по голове со всеми патологиями? Мы примем ваш вопрос во внимание и постараемся в ближайшее время подготовить такую тему. Так, коллеги, последний вопрос. На КТ используем ВИЗИПА. Критерии выбора. Ну, как понять критерии выбора? Опять же, какая организация на каком контрасте работает, да, на том они и работают. Я не могу сейчас говорить, что давайте пользоваться только ВИЗИПАКом или давайте вообще не пользоваться ВИЗИПАКом. Это все зависит от врачей, которые, от заведующего отделения, которые заказывают контраст, которые прислушиваются к мнению своих сотрудников, которые говорят, что на нем плохо или на нем хорошо работать, им нравится, им не нравится. Вот на этом контрасте больше аллергических реакций, на этом контрасте меньше аллергических реакций. Как организация готова закупить другой контраст, не готова закупить контраст? Я не могу и не буду комментировать, какой контраст лучше всего закупить и на каком контрасте лучше всего работать. Это индивидуально каждому. У меня было в учреждении, что я работала на всех контрастах сразу. И каждый доктор выбирал именно свой контраст. Но там организация позволяла нам закупить все контрасты, и под каждый врач работал именно со своим контрастом. В другом учреждении мы работаем на определенном контрасте, который удобен нашему руководителю. Он прислушивался к мнению лаборантов, которые говорили, что на этот контраст у пациентов больше аллергии, и прислушивался к мнению врачей, которые говорили, что на этом контрасте лучше картинка получается. Все это индивидуально. Так, давайте тогда не последний вопрос. Еще 2 минуты. Если есть вопросы, задавайте. Отвечу во вкладке «Вопросы».